Привет всем на моем канале о рукоделии, рада вас здесь видеть. И сейчас я хочу сделать свечу сама из подручных средств, не покупая ничего дополнительно специального для изготовления свечей. Я тут покрошила просто свои свечи старые, некрасивые уже, воду поставила и сейчас растоплю этот парафин и буду заливать в свечу. Ободок. Сначала свечи буду делать, в котором будет насыпан кофе, а потом уже буду заливать сердцевину свечи. И использовать я буду фитиль, тот, что был в моей свече старой, которую я раскрошила. Итак, я воск растопился, залила в желобок между двумя стаканами. Он уже начал схватываться сразу. В стакан я налила просто воду, чтобы он не всплывал. И теперь я жду, пока это все застынет. И перейду к заполнению внутренней части. Итак, моя конструкция уже застыла. Я достаю внутренний стаканчик, и у меня получилась такая тут пустота. И сюда я буду вставлять фитиль. Фитиль я сделала с тонкой жести пластинку, завязала узелок из фитиля и зафиксировала сверху шпажкой, чтобы было удобно его вертикально залить. И теперь я растопила опять парафин с покрошенной свечи. И сейчас я сначала намочу эту часть в воск. Я это сделала для того, чтобы приклеить основание фитиля. И теперь я заливаю сюда жидкий парафин. Разливаю его равномерно на поверхности и оставляю сохнуть до полного высыхания. И тогда перейдем к следующему этапу обработки этой свечи. Моя свеча уже застыла, и сейчас я буду окончательно ее оформлять. Я ее извлекла, и теперь ей надо придать бочкам текстуру кофе. Для этого я его, сейчас этот парафин буду плавить. Подогревая бочка, я таким образом обнажаю зерна кофе для красивой текстуры бочка. Такую кофейную свечу я сделала абсолютно без никаких специальных приспособлений, используя только подручные средства, зерна кофе, старые свечи, пластиковые стаканчики. Создавайте, креативьте вместе со мной, подписывайтесь на новые видео. Всем пока!